Боковая позиция руку, пожалуйста. Движение. Нет, давайте так, мы это уже прошли. Зацеп такой снаружи заведения. Садясь на пятку опорной ноги. Убедись, слава тебе, Господи, неужели? Сегодня, наверное, дождь пойдет. Сделаем на попу, да? Сейчас посмотрим. А если еще сделаем греб и снег вечером повалит? Не надо, снег нам не нужен. А ну еще раз делаем. Что ты валишься? Вы можете на после подхвата оставаться на ногах? Знаешь, проблема в чем? Опорную ногу, ну, опорную ногу нужно подставлять ближе. И опорная нога дает. Согласен. Я верю, что ты будешь. Бросок через спину, захватываем руки на плечо, пожалуйста. Наворачивайся еще раз. Не завернулся. На меня смотреть не надо, в зеркало смотреть не надо. Еще раз повторяю. Теперь садись. Обалдеть. Хорошо, так, техника лежа. Болел прямо с удержанием сбоку. Перегибание локтя через бедро. Хорошо. Узел локтя. Аккуратно. Аккуратно. Переход на болевой прием. Рывком на себя. Когда руки на животе. Да, руки на четыре. Руки на четыре. Стандартно. Ну, колено вставляй на голову. Упирай. В ухо упирай. Лев, право ухо. Право ухо. Ну и дальше. Ну. Обалдеть. Ты так пока будешь это стоять, так он не пойдет, ты кофе попьет. Я попью кофе, а ты постой пока. Следующий. Сбивая на колени, садясь на таз. Аккуратно. Ты зеркало разобьешь. Аккуратно, еще раз. Переход на болевой прием с положения рогатки. Вращение. Локоть прижимаем к груди. Стоп, куда ты тянешь? Что ты на катане? А где мы захват берем? Выше захват берем. Ну конечно. Ну, наверное, аж выше. Груди прижал. Дальше. Чудом убеждаешь, чудом. Способ разрыва, пожалуйста. Вращение. Согласен. Ущемление бицепса. Ты хочешь две руки ущемить? Прикал. Зачем ты плечи назад упираешь? Вперед надо. Сейчас. Я не спешу. Согласен. Срывал кисти. Не согласен. Еще раз.
Что, посмотри, вот ты хочешь ему делать болевую, правильно? Самое интересное. А контроль есть в руке? О, ничего себе! Убедил, чудом убедил. Освобождение от удержания квартиры, приползай. Стоп, развернитесь ко мне. В око, да? Убедил. Отжимаю голову. Не убедил. Не убедил. Навык. Серьезно? Не убедил еще. Это навык, Кирилл. Навык, Кирилл. Как бы был замер. Убедил. А теперь еще раз делаю. Только без подсказок. Захватом на новом пути. Согласен. Поднялись.